Рискнем? Всем привет, дорогие ребятишки! Сегодня мы играем с вами в Roblox Rainbow Friends 2! Это очень тупое приветствие, потому что я знаю, что уже большинство моих подписчиков стали взрослыми. Уже такие состоявшиеся личности, взрослые, как и я, между прочим. Но при этом, при всем, мы продолжаем с вами играть в детскую хрень под названием Rainbow Friends. Не, на самом деле, интересно. Интересно, потому что, во-первых, мы уже с вами играли в Rainbow Friends первую часть, и я уже как бы подсел. Вот эти игры Хаги-Ваги, Гартон в Бан-Бан, мы во все это с вами играли. И почему-то вот хочется продолжать в них играть, посмотреть, что там происходит. И да, я знаю, как вы сейчас взбеситесь такие. То есть Юджин не продолжает играть в Зайчика, четвертый эпизод, но в этом он продолжает играть. Да, да, приоритеты, друзья. Приоритеты самое главное в жизни. Ладно, я постараюсь всех порадовать. Только и дело, что всех стараюсь порадовать в своем канале. Можно мне порадовать немножечко себя? Поэтому мы не будем сейчас играть в Rainbow Friends. Мы включим какой-нибудь интересный веб-сайт. Ладно, все, стоп. Давайте просто играть. Лайк поставьте, мы приступаем. Перелез через забор. Если что, друзья, я сегодня спал под кондеем, очень жестким кондеем. У меня горло, голос сам по себе не работает совсем. Поэтому я не смогу так сладко, прикольно, звонко визжать, как обычно это делаю. А может быть и смогу, зависит от того, насколько игра страшная. Ожидание других игроков. Один из трех, всего трое нас, блин. Почему со мной никто не захотел играть? Опа, мы бежим. Начало как в Грэнни прям. Сейчас оно занят. Мы просто... Мы же сбежали из той вот этой штуки, того учреждения, и теперь мы куда-то в новое место идем. Какой-то волшебник. Взрывные меры безопасности. Кромсает просто эту решетку. Ты кто вообще такой? Какого? Какого черта вы здесь делаете? Это мы... Видимо, неадекватные. Монстры, вы говорите? Я уверен, что это просто ваше воображение. А почему бы вам всем не найти мне свет-сос? В каждом тематическом парке есть такой. Хорошо. Что это значит, что за свет-сос? Типа прожектор какой-то? Опа, нет! Это же Ред! И он жмет на красную кнопку. Открывает красные врата. Выходят монстры, и здесь красное ведро. Блю и Грин сразу нападают. Будет весело. Пойду заберу остальных. Окей. Мы, видимо, должны найти сигнал СОС какой-то. Я не знаю, что это значит. Нам предлагают пойти вот сюда, я так понимаю, потому что здесь двери так светятся. Опа, что? Что ты здесь нашел? Ты нашла здесь что-то или нет? Смотрим, мы можем присесть, мы можем нажать B и спрятаться в коробку. Хорошо. Воу. No. Только не Грин. А! Он же слепой, он меня не видит. Беги, чувак! Зачем мне здесь прятаться? Просто побежали отсюда. Мы можем использовать это. Воу! Зиплайн! Вот это прикольно. И куда же у нас... Погодите, кто? Это монстр? Он живой. Смотрите, что это? Я нашел. Кажется, я нашел. Нужны такие желтые и синие лампочки. Найдите лампочки и отвезите их обратно в Лазертаг Плаза. Найдено пока что 0 лампочек. Во! Что это было? Что это было? Нет! Блю! А там лампочка! Ничего, сейчас мы... Погодите, погодите, спрячемся. Оп. Тупорылый монстр. Иди отсюда. Обычно я бы растерялся в такой ситуации, но не сейчас. Я, кажется, стал гораздо мудрее, взрослее и спокойнее. Вот почему полезно играть в такие игры, друзья. Лазертаг в эту сторону. Вот, стоп, куда? Куда делись? А, вот сюда я их ставил. Погодите, я единственный, кто что-то нашел. Нет! Нет! Валим! Там монстр, Хученс, там монстр! Он идиот. Хученс был найден. Погодите, вот же тут две еще лампочки, прям со мной рядом лежат. Еще одна, вот. Окей, гоу. Забрал. Их можно прямо из коробки собирать. Отлично, установил. Вон мой друг. Его зовут Ким Кахи. Вот где-то там ползает. А, лампочка прямо рядом с зеленым. Ой-ой-ой. Выжил. Захотел и выжил. Что это? Что это, блин, такое? Валим, валим наверх. Я не знаю, что это будет, новый монстр. О, боже мой. О, боже мой, как здесь много разных локаций. Но я даже отсюда вижу, что лампочек тут нет. Давайте тогда обратно побежали. Ой, блин, какая хрень!
Евгений! Я понял, надо здесь быть. Надо быть здесь, на островках. Все, он спавнится, как только я оказываюсь в этой жиже. Я даже не знаю, что это такое. Мы сейчас можем пройти вот сюда. Нет. Тихо. Вон он. Ну-ка, а если мы сядем, то что будет? Мы просто сидим, да? Давай, поднимайся наверх. Оу, а как встать с нее? Просто одену коробку пока. А! Ну блин, я же в коробке, я все пропускаю. Это было весело. Все, мы можем встать? Пожалуйста. А, мы встали, все, отлично. Чика! Ладно, я раскалюсь, друзья. Знаете, почему я играю в «Радужных друзей»? Во вторую часть уже играю. Потому что я снимаю фильм, хоррор-фильм про «Радужных друзей», и мне надо быть в теме. Ну, естественно, это не фильм, который будет с кинотеатра показывать, а для своего канала я снимаю фильм. Охренеть! Я собрал только 13 из 25. Во! Смотрите! 23 из 25! Ни хрена наш друг собрал. Ну, эти машинки. Сесть. О, прикольно. Мелочи, приятно. Ну все, я устал. Уже скучно. Как слезть? Ага, я так понимаю, что это трон самого Блю. Оказывается, он король. Лампочка. О, нет. Ничего, мы сейчас пройдем мимо. Он взбесился, что я зашел в его тронный зал. А, там еще и Грин идет. Ладно, пошел в другую сторону. Это хорошо. Найдите лампочку. Да, где лампочка? Показывалась же только что лампочка. Что такое? Где лампочка? Что? Есть! Ой, мой дружбан все сделал. Отлично. Итак, мы зажгли прожектор синего. Эй, вы это слышали? Погодите. Ну что, реально был свет СОС? Я имею в виду, вау, ребята, вы должны быть хороши в поиске вещей. А мы что, не мы? Это Блю? О нет, приходить сюда было ошибкой. Нам нужно найти выход отсюда быстро. Может быть, это поможет нам выбраться отсюда. А что это такое, бур? Нет. Новая тварь. Типа оранжа, только зелененькая. Посмотрите, кто решил появиться. Я удивлен, что он преодолел свой страх сцены. Все, мы лишились одного, осталось двое. Страх сцены? О ком это он? Что мы... Найдено газовых баллонов. Понял. Га-ба-ба-га-га! Желтая тварь! Сейчас меня убьют. Я не знаю, как от него прятаться. Стоп, коробка, наверное, тоже, да? Ну, раз мой друг выжил в коробке, значит, и я выживу в ней. Хорошо, он пойдет налево, тогда я пойду направо. О, черт! Пожалуйста, пожалуйста. Использовать! Валим! Я решил не рисковать. Ага. Газовый баллон, я вижу. Слышите? Мразь. Мразотная птица. Ноу. 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 Погоди, что я буду делать? Не прыгай, пока ты не найдешь безопасное место, чтобы приземлиться. А, окей, хорошо. Безопасное-то какое? Давай вот это. Ты умер. Я сдох. А я восстановился. У меня было несколько самоцветов. Походу, нам придется постоянно в коробке ходить. Вот птичка. Вот она. Она не реагирует, когда ты в коробке. О, нет. Все, наш друг полетел. Он выжил, интересно. Кимкахи был найден. Найден? В плане, это плохо, значит, найден? Кажись, это плохо. Блин, Блю сюда зашел! Прячемся. Слушайте, так я же один остался, целиком и полностью. Нет! О боже мой, как я тупо выбежал! Прячься! Он знает, что я здесь! Или не знает? Кажется, знает. Но он не может... Пока что не может зайти! Пока что не может сюда зайти и забрать меня. Пожалуйста. Такая странная ситуация, что мне делать, я не знаю. Смогу ли убежать? Тихо! Раз, два, три, быстрей! Наверх! Умница! Прячься! Опа!
Опа, вот это я грамотно. Я же говорю, мы взрослые, уравновешенные личности теперь. Теперь-то как, куда идти? О, еще птица с пропеллером, быстрей! Нахрен, да куда ты? Да куда ты идешь? Ладно, можно идти. Погоди, зеленый идет. Не надо тут зеленый ходить. Птичка, не обращай на меня внимания. Будет забавно, если сейчас произойдет, как в прошлом видео, что я один остался в живых и все порешал. Ой, боже мой. Господи. Как я не ожидал этого. Я так этого не ожидал. Я ее как будто даже не слышал. Ее звук можно перепутать со звуком какого-нибудь генератора. Опа, громыхает. Идет. Итак, мы собрали 6. 7. Вот еще 2. Я так понимаю, когда наш друг собрал эти баллоны и потом его схватили, баллоны вернулись на место. Еще 6 баллончиков. Вообще фигня. Вот 2. Ну-ка, мы можем сюда пойти? Отлично, сейчас будет хороший обзор, мы увидим, где еще недостающие. Плохой обзор, я... А, вот. Вот, давайте от первого лица смотреть будем. Так, там птица. Я не увидел ничего. Прекрасно. Прячемся в коробку, потому что птица идет. Ну нафиг. А это что за дырка в заборе? А там куда ты? Куда ты полез? Погодите, мы что, можем лезть? Карабкаться по стенам? Нет, не можем. А, я помню эту дырку в заборе, да, я знаю, что это такое. Еще 3 осталось. Вон один. Вон второй. Это что за синяя краска? Ладно, это просто синяя краска, но, возможно, она просто такого же цвета, как и блю. Может быть, этой краской его красили. Опа, последний! Последний газовый баллон. Иди сюда, газовый баллон. Что это? Что это был за звук? Что это был за звук? Гоу, 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 гоу. Отлично, лазертег в ту сторону или... Да пофигу. Так мы тоже доберемся до него. Все нормально? Блю, вон там. Птица может быть где-то здесь. Пока не вижу. Надо вот так вот отдалить камеру и смотреть издалека. Ага. Все чисто. Найс! Будем надеяться, что это сработает. Оно должно пробурить, я так понимаю. А, просто двери нам вышли. Бау! Что за... Че вообще за чувак такой? Он выглядит как обычный игрок. О, как я сюда попал? Хорошо, давайте попробуем еще раз. Собери всех этих глазастиков, которых ты только что выпустил. Я позволю старику жить. А, о. И в этот раз. На этот раз таймер. О, боже мой, а сколько их должно быть, этих глазастиков? Слышите? 10 штук. Стой! Раз. Да господи, я ж тебя взял. Что это за звук? А как их взять? Блин, походу их нельзя брать. Ах, так, все положил. Когда ты в коробке, ты не можешь держать их в руках. И можно только одного за раз тащить. Все, есть, уже 3 получается. Аккуратней. По-моему, куда-то один сюда укатился. Блин, ну и не иди ты ко мне. А еще и птица. Еще и грин. Я вижу, вижу, вон катается. Целых 3 катаются, и все здесь. Ну, нет. Валим. Спрятались сюда, в коробку. Есть. Он не знает, что это я. Погоди, а что, не могу выползти? Я не могу выползти отсюда. Что? Ах ты, говнюк. Это как мне быть-то здесь? Отсюда. Нет! Ладно, просто бежим. А здесь можно спрятаться? Все, потеряли. Оно нас потеряло. Прекрасно. Блин, да чтоб тебя. Почему ты здесь? О, я плю с другой стороны. Дело плохо. Бежим. Ушел. Я удрал. Я не знаю, чувак. Я не знаю, сколько времени я уже израсходовал.
Ах, вы ублюдки, прям возле Грина катаетесь. Нет, где? Где она? Где птица? А, вон она. Тогда бежим. Отлично, мы удрали. Где Блю, я понятия не имею. Пятый есть, мужик, крепись! А, нет. Хорошо, Грин ушел. Освободил нам пространство немножечко, или не освободил? А, мы что, отсюда никуда не сможем пройти? Нет! Все нормально. Давай, Евгений, старайся! Схватил! Красава! О боже мой, еще четверых нужно найти. Я вижу тебя. Я вижу тебя, малыш. Не бойся. Дядя Женя сейчас тебя заберет. Слушайте, а можем его как-то дропнуть, что ли? Не знаю. Нет, не можем. А, погодите, можем. Да пофигу. Нет смысла дропать, мы уже здесь рядом. Дропнем его сюда. Черт! Прячься. Пополз. Я слышу еще один маленький. Нет. Нет. Птица. Ладно, просто бежим. Она быстрая. Я думаю, здесь могу спрятаться. Нет. Все. Ну, прекрасно. Черт, они оба тут, да? Давайте с другой стороны зайдем. А, с другой стороны не идут. Найн. Погодите, что, он меня заметил здесь? Чш. Все, свалил. Птицу! О-о-о, как рискованно. Very good. Very good. Ну что ж, еще... Ой. Я не знаю. Я не знаю, чувак, как я тебя буду спасать. Мне еще двоих нужно найти. Где-нибудь есть здесь? Вроде бы слышу. Слышите? Где-то здесь. Где-то скулит тут, в этой части. Чел? Вон он. Их сразу двое здесь. Да вы что, издеваетесь? Погодите, это же идеально. Может быть, у меня даже есть шанс? Ну-ка сюда, быстро катись. Сейчас спасу того рандомного старика. Так, хорошо. Блю ушел. Все, ушли, я успел. Я успел. Отличная работа. Такой он довольный, вообще просто невозмутимый. Не волнуйся, я в порядке. Мой первый план побега провалился, но есть еще один способ выбраться отсюда. Есть выход через оранжевые горки. Надо просто найти способ заставить этого Луки двигаться. Если бы мы могли найти здесь какой-нибудь торт. Он готов на все ради куска пирога. Так торт или пирог, это... Погодите, что? Божья коровка. О нет, появился новый. Я так понимаю, он очень быстро бегает. А какой от него способ избавиться? Голубой. Интересно, почему она так заинтересована в этом жуке? Жук. Ха, это... Это что значит? Это подсказка какая-то по-любому, да? Итак, нам нужно найти 9 пакетов с сахаром. Смотрите, пакет с сахаром стоит прям вот так. Рискнем? Прячемся быстро! О, Евгений, больше так не рискуй. Так, они тут все собрались. Осталось только голубого еще. Где голубой? Давай, иди. Вся тусовка здесь. Я устал прятаться. Так, все хорошо, все хорошо. Возможно, намек с божьей коровки означал, что если здесь божья коровка, то мы и увидим голубого. То есть надо избегать божьей коровки. Что за... Мне остался еще один пакет сахара, прикиньте. Всего лишь один. Вот она, вот она. Тихо. Нет, 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 нет. Что? Ну, походу, она тоже меня не заметила. Значит, в коробке я в безопасности полностью. 100 пудов сахар там, где туман. Вот здесь. Тихо, 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 тихо. Здесь может быть не только сахар, но еще и Блю. Слышите?
А, боже мой, что это? Вот это жуткое оформление звуковое. Оно уходит. И я... Боже, коровки, ты не увидел? Окей, здесь сахара не оказалось. Вон он! Он смотрит. Оно смотрит на меня! Мы бы все двигались, оно смотрит. Нельзя двигаться в коробке. Окей. Вот он, сахарок, стоит! Стоим! Блин, они тут повсюду. Мы нашли его. Мы нашли этот чертов сахар. Что? Что? Видели этот, значок? Как будто бы... Да, он спалил, но мы перестали двигаться, поэтому все хорошо. Отлично. Отлично. Замечательно. И сахар доставлен. Было бы в разы проще, если бы я был здесь не один. Смотрите, эта штука пошла хавать. Мы успели хоть сам торт? Опа, ты почему без футболки? Сработало, пошли. Что это за мужик голый теперь передо мной седой? Теперь это странно выглядит. Но и это еще не все, да? Пока, идем. Куда? Игра продолжается. Вот сейчас будет оранж. Так, кристальные пещеры. Правильно мы бежим, да? А теперь он с одеждой, кстати. Это хорошо, это радует. Не хотелось бы быть в пещере с каким-то мужиком без одежды. Выбери корзину. Ну, сюда. Всем привет, выбери тележку и садись. Всем привет, какой-то неадекватный мужик. Я выбрал. Я запрограммировал эту тележку так, чтобы... Которая приведет вас к выходу из техобслуживания. Убедитесь, что вы будете там вправо-влево. Все, понятно. Бывай, мужик. А ты сам что, все? Нет? Ну, ладно. Уклоняйся, чтобы выбрать свой путь. Прикольно, это необычно. Попробуй наклониться сейчас, чтобы оставаться сухим. Окей, наклонились. Так поворачиваем. И че, я такой жирный, что ли? Что тележку так могу наклонить? Здесь все правильно. Наклонись пораньше, держи, чтобы выбрать свой путь. Наклониться безопасно, не волнуйся, ты не можешь упасть. Что? Ну, я уже понял, что не могу упасть. Типа, я могу вот так, да? Уи. Опа, глазастики. Или лупастики. Так, музыка начинает разгоняться. Та-та-ра-та-та-та-та. Там становится темно, я ничего не вижу. Нас, видимо, просто сейчас обучили. Итак, начинается экшен в стиле Индиана Джонса. Сито, чтобы присесть. Зачем? Наклониться, я понял. Вот так вот, и нас не заденет. Все, прекрасно. Но здесь пути заканчиваются, по-моему. Или это резкий спуск вниз? Это резкий спуск вниз. О, боже мой. Нет! Ну, понеслась! О! Следуй. Я следую, хорошо. Какого дьявола? А! Нифига не эпик сделали. Есть! Ладно, пока я толком ничего не делаю. Музыка мне нравится. Опасность впереди. Повернуть назад. Серьезно, поверни назад. Окей. Я бы с удовольствием. Слушайте, дайте мне поиграть уже. В чем сложность? Для чего весь этот туториал был? Хорошо. Типа, нам нужно сюда. Ну, давай, я готов. Теперь, куда хотите? Куда вы хотите? Окей, налево. Спасибо, что посетили. Окей, направо. Это мне нравится голубой, на самом деле. Очень прикольный. Оп, в мусорку. Нет. О, матрасы. Кто-то выкинул хорошие матрасы. О, что ты сел? Все в порядке. Все в порядке. Выход. О-оу. О-оу. Беги, мужик. Все, я так понял, что мы в финале уже. Это самая последняя погоня, самая опасная. Давай, беги. Я так понял, нам сюда нужно. Сто пудов, сто пудов. Ой, она близко. А я могу быстрее бежать? Я не могу быстрее бежать. Вот сюда, умница. Есть! Евгений прошел Rainbow Friends 2 с первого раза. Ладно, я восстановился один разок, чтобы уж наверняка честным быть. А со второго раза, можно сказать, прошел. Глава вторая, вы выжили! Наверняка уже на YouTube полно видосов с лором, который был показан в этой части, который я вообще пока не понял лора. Что за мужик был? Почему он был без футболки? Вот это самые главные вопросы, которые меня сейчас мучают. Погодите. Кат-сцены после титров. Где синий?
Мы опоздаем. Круто! Мы это сделали. Я не знаю, куда они опаздывают. Возможно, на съемки моего фильма. Ладно, чтобы вас не разодоривать, я уже говорил, что я не могу сейчас пока что промотировать на всеобщее обозрение свои фильмы, которые я снимаю, поэтому я просто... Они есть, они снимаются, выходят потихонечку. Разве что в бусте моем я даю доступ к этим видосам. Да, знаю, звучит так, как будто бы я просто бабло на этом сшибаю. Но отчасти да, потому что... Это помогает мне немножечко, совсем чуть-чуть, возместить расходы и вложить их в следующие съемки. А это стоит все очень дорого, и я это все из своего кармана выкладываю. В общем, если, друзья, хотите поддержать мои вот эти вот сторонние проекты, мои мечты, осуществить, помочь мне, я очень буду признателен вам. Заходите в Boosty, подписывайтесь. Опять же, я не обещаю вам супер-мега-вау чего-то. Это просто, вот, если вы хотите, вы можете что-то вкинуть. Если вы не хотите, я вас также люблю. И вот ни в коем случае ничего от вас вверх не требую. Я всегда хочу, чтобы мои видосы, мой контент был для вас бесплатным. Он должен быть платный только для рекламодателей, я считаю. Вот, и я сейчас работаю в эту сторону, чтобы однажды сделалось все так, чтобы я мог просто давать вам контент. И всему миру давать контент, и все. И больше не нужно было бы ничего. В общем, надеюсь, я к этому приду однажды по-любому. И опять же, от вас только любовь максимально требуется. Но если хотите... чуть-чуть больше ее дать, вот там есть мой Boosty. Спасибо всем, друзья, большое. С вами был Юджин. Это был Rainbow Friends. И на очереди у нас будет бомбаны и прочая дичь. Будет ли зайчик? Очень хочу, я думаю, над этим чуть позже скажу, окей? Ну а с вами был Юджин, извините, что затянул с концовочкой. Это был Евгений, это был Rainbow Friends, это был мистер 5. Вы готовы дать мистер 5? 5. Ладно, давайте, всем пока.